Для этих ребят Кубок ТВК по уличному футболу уже стал традицией. Команда «Пора на пенсию» под разными названиями уже 9-й год участвует в самом массовом турнире по футболу в области. Но подержать в руках Кубок ТВК так ни разу и не смогла. Но это для них не так уж и важно. Мы не преследуем целей выиграть обязательно этот кубок. Мы преследуем цели проверить себя на фоне других команд, как мы вообще не в своем котелке варимся, а конкурентоспособны ли на уровне города. Ну и опять же, спорт, здоровый образ жизни. По воле случая, на этот раз «Пора на пенсию» будет играть в 13-й группе. Но опыт подсказывает, приметы здесь не действуют, побеждает сильнейший. И хотя выиграть во что бы то ни стало цели нет, соперников все же внимательно изучают. Тех, с кем придется побороться в этом году и кто помешал в прошлом. 2-3, по-моему. Да. В один мяч проиграли. На последних секундах сопротивлялись до конца. Но не повезло спорт. А это команда «Новичок Энергия». Попробовать себя на Кубке ТВК они хотели еще в прошлом году. Но собрать достойную команду удалось только в этом. В отличие от опытных участников, новички настроены более чем серьезно. Надо не только хорошо зарекомендовать себя, но и пробиться в финал. Как сборная России по хоккею, для нас важно только золото. Но так как мы опять-таки участвуем в первый раз, мы дебютанты, состав участников нам не очень знаком, только победители прошлых лет. Слава богу, в нашей группе их пока нет. Будем надеяться пройти максимально дальше по сетке. Первый этап Кубка ТВК по уличному футболу пройдет уже в эти выходные, 30 и 31 мая на стадионе «Сокол». Финал состоится 7 июня. Ну а у кого получится реализовать задуманное, покажет время. Татьяна Кощук, Ирина Васильева, Олег Писарев, Олег Голобоков, ТВК. Новости.